А зараз під ваші бурхливі оплески зустрічайте на сцені гостя нашого проєкту Шабінська Надія Миколаївна, генеральний продюсер та директор міжнародного фестивалю шоу талантів «Лотос Надії». Під ваші оплески зустрічайте! Вам слово, Надія Миколаївна. Добрий вечір, привітаю вас всіх. Я поздравляю з новим відкриттям нового проєкту «Зірець таланту». Всі умнички, всі молодці були на цій сцені, всі яркі, красочні, всі професіональні ансамблі. Спасибо вам огромне, я отримала велике удовольствие. Вот этот человечек, который стоит рядом возле меня, Амиран Абашидзе, самый креативный, самый красивый, самый обаятельный и привлекательный, самый талантливый ведущий города Харькова. Ну и, я надеюсь, и Украины тоже. Мы хотим от своего фестиваля поздравить его с его талантом и вручаем его вот этот вот кубок. Поздравляю! Спасибо большое еще раз. Так я еще не вел никогда, чтобы с кубком стоял. Это первый раз в жизни, надо запомнить, запечатлеть на все камеры этот момент. Спасибо большое вам, спасибо. Спасибо.